Всем привет! Сегодня у нас в гостях вот такая вот небольшая посылочка. Здесь должен быть термометр, мерить температуру. Давайте на него посмотрим. Вот. Насколько я помню, он у нас водонепроницаемый. В такой пластиковой коробочке. Digital термометр. Звук даже есть. Вот. Автоматическое отключение. Так. Вот здесь очень-очень мелким шрифтом несколько инструкций. И есть даже русский язык. Давайте попробую прочитать. Медицинский термометр, автоматический звуковой сигнал, по завершении измерения автоматическое запоминание результата последнего измерения, автоматическое отключение продлевает жизнь батареи, индикация необходимости замены батареи на дисплее. То есть, ну, не совсем ровный, но довольно-таки понятно. Ну, и особой информации нам нужной, необходимой, конечно, не несло это послание. Вот, давайте посмотрим. Очень нравится мне, что оно сделано вот в такой вот пластиковой коробочке. Есть еще вот инструкция, но эта уже инструкция идет на английском языке. Вот, ну давайте посмотрим, что он нам тут покажет, как он работает. Вот коробочка. Немножко потертость какая-то на стекле. Digital термометр. Вот такие вот маленькие батарейки. Давайте посмотрим. LR41. Сейчас попробуем. LR41. Вот, нажали на кнопку, что-то появилось. То есть, если температура долго не меняется, он останавливается с таким вот пиканьем. Итак, подержал, я проверил свою температуру, у меня сейчас болит немного голова, вот, 36,10 он показал температуру, держал я его 2 минуты 52 секунды до того момента, как он запикал. Повернуть его. В общем, старый этот показывает температуру, я держал 5 минут, показывает 35,9 температуру. А, вот, вот так вот видно, да, 35,8. Вот, этот у меня замерил, при первом замере он у меня измерил 35,6, при втором 36,10. А этот у меня наш замерил 36,8. То есть, ну, приблизительно они одинаковые. То есть, можно смело брать и смело пользоваться. Все, на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!